Стальной хват России, еще раз привет. Показываю время, вы ориентируйтесь, какие интервалы у нас минимальные. Саша Богучаров в обители. Еще раз привет. Да, ребят, пожали правой рукой 15 раз, пожали. Сейчас попытаемся потолкать левой рукой. Гиря – это подарок на день рождения Саши Богучарову. Вот она, видите, навожу тихонько-тихонько 50 килограмм. Ребят, делайте выводы. Давайте посмотрим, как Саша будет толкать. Ну да. Значит, мы включили секундомер. Так удобнее, Саша, работать по секундомеру. Будем смотреть. Левой рукой. Фух, как говорится, с Богом. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Двадцать один. Работаем, работаем. Двадцать. Еще, еще одну попытку. Сейчас. 21 раз, ребят. Я извиняюсь, у меня после вчерашнего комплекса спина. Ребят, левой рукой 21 раз толкнул, правой 15 пожал. Вчера сделал этот комплекс 300. В группе уже опубликовано. Ребят, у кого есть гири, попробуйте. И на следующий день после этого комплекса приезжает человек в обитель на свой день рождения. Нет бы дома, отдыхал бы, ему привезли бы подарок бы, завернутый бантиком. Но вот видите, неугомонная душа, приехал, молодец, спасибо огромное. Мотивация, вот, ребят, честно, приходили гиревики, все знают Сашу Богучарова, говорят, просто выдающийся, просто выдающийся. На его фильмах учимся и сами пытаемся что-то сделать. Спасибо, ребят. В следующий раз обещаю сделать больше. Все, ребята, просто спина. Все, встречаемся в обители. Всем здоровья. Пока.